просто включила и все. Я на двухэтажном еще не ездил. Итак, видео про то, как мы на выходные съездили в Москву. В субботу мы добрались до Аниной подруги Насти и вместе поехали в Коломну. Аня, мы правильно идем? Да. Я-то лучше знаю, чем эту машину. Нет интернета, нет дороги, а со мной дорога есть. Вот три, где 13. Химчисткой немножко. Кому-то плохо, наверное. Можешь назад. Нет, тогда потом еще такое же выйдет сзади. Прокладываешь маршрут. Да, да. Выбраться из центра на машине было той еще задачей. Пользоваться навигатором в обычном режиме было практически невозможно. GPS глушат, поэтому геопозиция постоянно сбивается. Ваше мнение о московском движении? Это ад какой-то. Вот у меня не столько движения, сколько мужик. Он был чей? Это 2GIS? Да. Дайте мне их номер телефона, я хочу поговорить с ним. В центре все глушит, GPS не работает. Вызов. Она не открывает. Гостеприимство? Вас никто не ждет. Нет. Оп. Быстро есть? Прям быстро. А если она укатится? Я сфотографировал Стеллу. Так после того, как тебе 4 раза сказали об этом. Никакой подготовки. Ты не снимай меня, я не люблю, когда меня снимают. Мы приехали в Коломну на экскурсию в Коломенский Кремль. Экскурсию будет проводить дипломированный гид Татьяна Александровна. Где-то вот у будки встреча там. Давайте будем начинать. Мне приятно видеть вас в Коломенском Кремле. У нас в гостях. Меня зовут Татьяна, я ваш экскурсовод. Все уплочено. После пешеходной экскурсии по территории Кремля мы также пошли на экскурсию по стенам и башням Кремля. Обе оставили исключительно положительные впечатления. Проводились они с интересом, нам давали задавать вопросы, все можно было потрогать и примерить. Ну да, так давит на мокурчик. Ступеньки очень крутые. Маринкина башня. Маринкина башня. Наверху на высоте более 30 метров. Это выше, чем высота 9-этажного дома. Вот так бабах. Скидывали ядра, а также сливали смолу на неугодных нападателей на эту стену. А что тут блестит? Ну вот тут так блестит. Собака влезала. Ты не снимай меня, я не люблю, когда меня снимают. Нельзя снимать? Ну не, можешь снимать. Можно? Можно. Кивина, сосиски. Извините, я уступаю. Кондитер.
кондитере. Спасибо. Сейчас, салатик. В эту сторону? Да. Почему с тобой? Ладно, правильно. Правильно? Опять. Молодец. Ну что мы увидим-то? Увидим что-то? Видишь, какие облака? Башня, ДКГС, обед, бункер, Москва-Сити, бар. Поезд. Поезд. Поезд в 0:20. Уезжает уже. Ну. Значит, надо зараньше. Заранее. Нет! Будто снег идет. Да, да, идет. Я как будто искупалась в пенопласте. 40 минут можно спать. Сейчас спать нельзя. Я ходила пешком на эфиру башню. Что это? Самая высокая горная башня. Офигенная. Посмотри. Аня. Что эта станция похожа на бочку. Снимать нельзя. Что? Нельзя снимать метро. Это же объект повышенной, ага, объект безопасности. Мы на станции Третьяковская встречаемся с Ваничем. Он нас там ждет уже сколько-то минут. И дальше мы идем в ДК ГЭС-2. Красивое здание. Там красиво внутри. И Ваня, самое главное, должен пить мармелад. Он его не знает. И где? Ты где? Где? А ты внизу, что ли? В чем проблема? Он внизу. С мармеладом? Тормоз. Ты тормоз. Привет. 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 Я дорогу не знаю, если что. Я дорогу сейчас только посмотрела. Ну, здесь просто. Soon after. А вы не застряли? Нам туда. Аня! Что-то не так. О, Ваня, полиция. Нам было сразу, надо было направо. Да. Ты видел этот знак? Нет, какой? Все увидели жест? Нет.
Нет, как лучше. Это лось. Лось? Ну, у него нос как у лося. И вот эта штука. Рога. Ну, что сказать, экспозиция довольно сомнительная. Самым большим для меня минусом стало, что сразу сказали, нельзя снимать на камеру, только на телефон. Ну, там вообще экспозиции такие странненькие, не для простых людей. И вообще создается впечатление, что, чтобы понять... Не, и авторы таких, это часто связано очень с употреблением, я думаю, тоже да всяких не надо просто... веществ. Да каких веществ? Грибы? Нет. Вот она, скульптура. И вот то же самое, в принципе, вот здесь. Куски глины слеплены. Пойдемте есть, у нас полчаса. Пельмени с мясом и с малиновым вареньем. С малиновым вареньем. Два часа. Вообще, малина. Запивай чай, ну чай, ладно. Как ты так делаешь? Еще такой смешный. Видеосъемка у нас за... Мы с Настей, не сговариваясь, решили посчитать количество ступеней. На каждом пролете по 8 ступенек. Исключение одного. Да, кроме одного. А в сумме у меня получилось 294 ступеньки. Нет, я не складываю. Ну слушай, что-то ты неправильно. Ты знаешь, что такое четные и нечетные числа? Что, в сумме не может получиться? Ты складываешь четные, получаешь четное число, прибавляешь нечетное, и что? У тебя получилось четное? Значит, видимо... Экскурсия в бункер 42, я считаю, была очень интересная. Всем понравился вид. Он такой... военный, но молодой, поэтому в целом еще не все так с ним плохо. Про сам бункер из интересного. Был построен за 4 года, с 50 по 54 год. Лет 30 использовался по назначению, велась какая-то служба. После этого забросили, и вот сейчас, спустя еще какое-то время, вводят экскурсии. Экскурсия длинная, час 45. В целом интересно, наверное, даже рекомендуется. После нее мы приехали в Москва-Сити. Я здесь был уже два раза, Ваня с Аней ни разу не были, и еще мы здесь встречаемся с Настей. Наконец, здравствуйте. А это вот тоже, что, говорят, думала, прилетело, видишь? А? Прилетело? Да, эстетически порушено. Вопрос такой. Есть большой мажорный септаккорд или мейдж в простонародье, да? Да. Будем говорить про соль мейдж. Фа диез. Фа соль, диез. Да. Проще, если мы берем доминанту соль? D7 к соль, то там седьмая ступень это до четвертой в тональности. Я пытаюсь понять, что ты хочешь. Я запутался. Скажи мне нормально. Мейдж это седьмая или седьмая повышенная? И у него повышается именно седьмая ступень. Седьмая или седьмая повышенная? Это седьмая. Если строим от первой ступени.
Но это при этом большая септима. Угу. А что такое седьмая повышенная? Потому что это до, это все, это октава. Ну а чего? Для мажора не существует такого понятия, как седьмая повышенная. Вот, а для минора существует. Просто... Какой итог? Извините. Я так понял, что Денис не прав. Оркестр, оркестр. Там было на входе так написано. На заборе. Нельзя снимать. Вот. Надпись, видишь, нельзя снимать. Где? Вот. Нельзя в шортах и в майке заходить.